приветствую, друзья! Выживание и размножение – это две главные цели любого живого существа на нашей планете. Чтобы отгородить нас от опасностей, притаившихся в темных кустах, наш мозг научился складывать разнообразные узоры в лица людей и монстров, и называется это пареидолия. По этой же причине иногда люди могут видеть половые органы других людей в привычных предметах, потому что люди должны не только бояться, но и размножаться. Так что же бывает похоже на главный орган мужчины, кроме него самого? Да что угодно. Кто бы мог подумать, что это так? Видимо, только те люди, которые нашли привычные вещи по форме, поразительно похожие на мужское достоинство.